Это мой канал про игрушки. Сегодня Лего Звездные войны. Вот такой наборчик. В наборе две фигурки. Это Оби-Ван. В руках у него бластер. А это генерал Гриус. Очень крутая фигурка. Из-за нее я купил набор. У него 4 руки и 4 меча. Также у него подвижная шея. Мотоцикл Гриуса. Сейчас он стоит на ногах, но их нужно убрать. На мотоцикле есть место для фигурки. Также тут 3 пушки, но стреляет только одна. Пиу! Мотоцикл мне не понравился, а фигурки крутые. Особенно генерал Гриус. Я Кока, всем привет! Сегодня у нас Лего Звездные войны. Набор небольшой, но классный. В наборе 2 персонажа. Это пилот истребителя. У него в руках бластер. Астродроид. Он помощник пилота. Там в набор входит истребитель. Истребитель круто сделан, как в мультике. У него подвижные крылья. У истребителя есть пушки. Огонь!
кресло для пилота. Для дроида тоже есть место. Теперь он второй пилот. Сегодня лето «Звездные войны». На борту называется «Звезда смерти». Финальная битва. На борту 5 мини-фигурок. Фигурки очень интересные. Это стражники императора. Это Люк Скайуокер. У него в руках световой меч. Это очень классная фигурка. Это Дарт Вейдер. Это лучшая фигурка в этом наборе. Это император Палпатин. У него тоже два лица, а в руках молнии. Теперь расскажу про здание. Здание можно раздвинуть. У комнат открываются люки. Также открываются ворота. Еще тут выдвигается мостик. Тут есть штучка для прыжка. А это мост с ловушкой. Это трон императора. Он крутится. Также тут есть тайник. В нем световой меч. На ступеньках есть ловушка. Там уже тут есть шахта. Сейчас Дарт Вейдер бросит на императора. Набор супер! Всем советую! Войны.
наборе 5 мини-фигурок. Это штурмовики. У них есть рюкзаки. А это их командир. Очень крутая маска. Это генерал Вирс. У него в руках бинокль. Шагоход AT-AT. Очень круто выглядит. Кабина двигается. Кабину можно посадить 2 фигурки. Еще тут есть 2 пушки. Ноги сгибаются. Набор очень классный. Всем его советую. Ну тут поставьте лайк. Всем пока-пока.